Меня зовут Джослин, а меня Яя. Нас называют парни без костей, словно мы из каучука, или братья кобры, или, да, еще резиновые братья. И это отчасти правда, мы действительно братья. Наши способности проявлялись еще в детстве. Наша мама заметила, что я сплю в позе, которая удивила не только ее, но и всех родственников. Позже стало понятно, что мы с братом очень гибкие, и это очень удобно, если нужно пролезть сквозь щель в заборе. Мы решили, что танец – это то, что нам с братом очень нравится. Но мы не просто танцуем, мы выделываем настоящие трюки. Многих даже пугает то, на что мы способны. Между собой мы тоже соревнуемся. Яя не может прыгать колесом, а ты не можешь есть ногами. Основной площадкой для наших выступлений мы выбирали улицы нашей страны. Мы собирали целые толпы зрителей, люди кричали в истерике. Они шокированы увиденным, а для нас это лучшая похвала. Мы впервые в России и впервые далеко уехали от дома. Такое огромное шоу – это шанс для нас. Наша мечта, чтобы люди во всем мире увидели наш талант и поверили в себя. Если вы вдруг обладаете какими-то способностями, но окружающие в вас не верят, не поддавайтесь. Посмотрите на нас, но только с одним условием – не закрывайте глаза от страха и ужаса.